у всех людей разные вкусы. Кто-то носит только джинсы клёш, а кто-то никогда бы в жизни их не надел. Сегодня узнаем о музыкальных предпочтениях казанцев. Какую песню они бы ни за что не спели в караоке? Какую песню в караоке вы бы никогда не спели? Я бы никогда не спела «Белые розы» песни. Я просто ее терпеть не могу. Наверное, певец Филиппа Киркорова «Дива». Песни «Сосанки» многие бесят. Кизару, Big Baby Tape, вся музыка, которая оскорбляет женщин. Ну, я бы, наверное, не спела песни Моргенштерна, потому что там есть мат. Гимн России. Никакую я не умею петь. Русский шансон. Зачем мне солнце, Монако? Я так ненавижу, поэтому петь никогда не буду. Рэп Дрейка, наверное, не перепел бы. Я о музыке, кроме Металлики, не знаю. Бузова. Мало половин. BTS. Знаешь почему? Я богатый молодой. Кушка Гагарина. А почему? Ну, она тяжелая для меня песня. Вы знаете, я счастливый человек. Мне Бог не дал петь. Я никогда не пел. Ну, я бы все спел, наверное. Мы ранетки. Любую связанную с христианским мотивом, наверное. Боже, царь охрани. Я думаю, «Инстасамку», может? Ты при мне пел. Малиновая лада, малиновый закат, вот это вот. Под грустный дэнс. А дальше слов не знаю, потому что это полный шлак, и да, не советую вам это слушать. Как пел Владимир Высоцкий, о вкусах не спорят, есть тысячи мнений. А это был «Соцвопрос» с Ильей Агизатовым, Алия Кульбарисова. До встречи через неделю.